Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу сказать спасибо организаторам за возможность выступить на форуме «Белые ночи» с докладом «Наследственные синдромы, предрасполагающие к развитию сарком мягких тканей». Саркомы могут развиваться в рамках известных синдромов предрасположенности к опухолям. Но надо сказать, что распознать таких пациентов не всегда легко. Это связано, с одной стороны, с редкостью биологической и клинической гетерогенностью саркома, а с другой стороны, с эквивалентной редкостью синдромов. В классификации 2002 года было описано 24 синдрома, предрасполагающие к развитию сарком мягких тканей и костей. В 2020 году было описано уже 57 синдромов. Надо сказать, что это связано в том числе с развитием технологии высокопроизводительного секвенирования и ее все большей доступностью. В том числе благодаря ей в 2015 году появилась статья, в которой более 8% детей с онкологическими заболеваниями имели патогенные, вероятно, патогенные генетические варианты в генах, ассоциированных с наследственными опухолевыми синдромами. В следующем году была опубликована еще одна статья уже с использованием полноэкзомного секвенирования, и в ней речь шла уже о 10%. В прошлом году датские коллеги опубликовали результаты своего исследования, и в этом исследовании отмечалось более 14% таких детей. В этом году опубликованы результаты перспективного исследования МСК «Импакт» на выборке из 751 пациента с солидными опухолями. По результатам этого исследования около 18% детей с солидными опухолями имели патогенные, вероятно, патогенные генетические варианты в генах с низкой, высокой, средней пенетрантностью, ассоциированные с СПО. Из них 12% это были пациенты с саркомами. Саркомы мягких тканей, пациенты, с которыми вошли в это исследование, указано в этой табличке. Здесь обращают на себя внимание пациенты с злокачественной опухолью оболочек периферических нервов. Большая часть из них имели мутации в гене NF1, связанных с нейрофиброматозом первого типа. 75% пациентов с гастроинтестинальной стомальной опухолью имели мутации в генах, кодирующих различные субъединицы succinат-дегидрогеназы. А также интересным оказался тот факт, что около 16% пациентов с саркомой Юинга также имели мутации в целой группе генов, ассоциированных с СПО. Существуют общие критерии, которые позволяют заподозрить у пациентов какой-либо синдром предрасположенности к онкологическим заболеваниям. Ряд из них связаны с семейным анамнезом. Но надо иметь в виду, что этот критерий не является основополагающим уже, особенно в детской популяции. Всего 13% детей, которые имели находки в генах, ассоциированных с СПО, имели семейный анамнез онкологических заболеваний. Более важным критерием представляется наличие редких опухолей, синхронных, метахронных, билатеральных опухолей. Некоторые редкие опухоли очень плотно ассоциированы с синдромами, предрасполагающими к ним, в частности, пациенты с адренокортикальными карциномами, хориоидкарциномами должны быть заподозрены наличием у них синдрома Лифа-Умени. 40% пациентов с рапдоидными опухолями имеют мутации в гене SMARCB1, и это синдром, предрасполагающий к рапдоидным опухолям первого типа. Также стоит обращать внимание на фенотипические особенности пациента, которые также могут говорить о каком-либо синдроме, который повышает вероятность развития онкологических заболеваний. Это рассыпатия, синдром Вилмса, синдром Рубинштейна-Тейби и другие. В основном эти синдромы наследуются по аутосомно-доминантному типу наследования. Но есть небольшая группа синдромов с аутосомно-рецессивным типом наследования. Это анемия Фанкони, синдром дефицита репарации ошибочно спаренных нуклеотидов и другие. Надо понимать, что существующие критерии, тем не менее, не позволяют идентифицировать всех пациентов с СПО. В частности, один из критериев – это ранний возраст пациента. В соответствии с ним практически все дети с онкологическими заболеваниями должны быть направлены на медико-генетическое консультирование и генетическое тестирование.
В нашем центре в 2020 году стартовал проект при поддержке Фонда «Наука детям. Молекулярно-генетическая диагностика детей с синдромами предрасположенности к опухолевым заболеваниям». Он включает 5 основных направлений. Это молекулярно-генетическая диагностика, а также медико-генетическое консультирование, молекулярно-направленная терапия. Сейчас в этом направлении идет использование таргетной терапии для пациентов с неоперабельными плексиформными нейрофибромами и нейрофиброматозом первого типа, соблюдение скрининговых протоколов, а также психологическая поддержка членов семьи пациента и пациента. Существуют такие помощники, опросники для помощи клиницистам идентифицировать все-таки детей с возможными СПО. Они строятся на основе 6 основных критериев. Это семейный анамнез, тип злокачественного заболевания, наличие множественных первичных опухолей, фенотипические особенности, а также выраженная токсичность на проводимую терапию. И для нас кажется важным тот факт, что в 2017 году в этот опросник был добавлен дополнительный пункт, который говорит о том, что если встречаете находки подозрительные при секвенировании тканей опухоли, которые позволяют заподозрить СПО, в общем-то требуется исследование герминального материала пациента для того, чтобы подтвердить статус этой находки. Мы живем в век высоких технологий, и на основе этого опросника в том числе создано такое приложение для гаджетов МИПОК. Это приложение включает в себя около 65 опухолеспецифических алгоритмов, которые описывают связь между опухолями у детей и синдромами, предрасполагающими к ним. В общем-то, это позволяет упростить для врача алгоритм принятия решения о том, нуждается ли ребенок в медико-генетическом консультировании или не нуждается. Эти алгоритмы содержат последовательные утверждения «да», «нет», которые должны быть выбраны врачом, если это применимо к пациентам. Эти утверждения составляют уникальные критерии и критерии универсальные. Универсальные критерии включают в себя данные семейного анамнеза и истории болезни самого пациента, специфические критерии, и они общие, в общем-то, для всех типов опухоли. Специфические критерии варьируются в зависимости от типа опухоли. На данном слайде представлен этот алгоритм как раз для рабдомиосарком. Здесь стоит обращать внимание на возраст пациента, гистологические характеристики опухоли, локализацию опухоли, фенотипические особенности, ну и также данные семейного анамнеза. В этот алгоритм зашиты такие таблички, которые позволяют понять логику рассуждения. И вот для рабдомиосаркома исследователи предложена ассоциация ее с 4 синдромами. Это синдром Лифрумени, Дайсер-1 синдром, росопатии NF1 Костелла и синдром Беквита-Видемана. И в общем-то, соглашаясь или не соглашаясь с каждым из перечисленных пунктов, в итоге подается какая-то ассоциация, собственно, что стоит подозревать в первую очередь. Рабдомиосаркомы. Рабдомиосаркомы ассоциированы с широким спектром синдромов, которые можно разделить на 2 основные группы. Это когда есть опухоль и есть какой-то специфический фенотип. К ним относятся синдром Беквита-Видемана, росопатии, NF1, Нунан, синдром Костелла, синдром дефицита репарации ошибочно спаренных нуклеотидов, синдром Рубинштейна-Тебби и некоторые другие. А также синдромы, у которых, в общем-то, опухоль сама может являться таким сигналом о том, что стоит подозревать какой-либо СПО. Это синдром Дайсер и синдром Лифрумени. Синдром Лифрумени – это аутосомно-доминантный синдром, который как раз был впервые описан на семейных случаях детской рабдомиосаркомы в 1969 году. В 1989 году были определены классические критерии этого синдрома, а вот молекулярная причина заболевания
мутаций в гене ТП53 были открыты только в 1990 году Дэвидом Малкиным. В 2001 году классические критерии были расширены. Это критерии Шампре, которыми руководствуются врачи сейчас. Они включают в себя пробанда с опухолью и спектр лимфоумения. Спектр лимфоумения включает в себя саркомы, опухоли молочной железы, лейкемии и опухоли надпочечников. Младше, итак, пробанда с опухолью из этого спектра, младше 46 лет, или любое онкологическое заболевание в детском возрасте, а также один родственник первой или второй линии родства с опухолью из спектра синдрома лимфоумения младше 56 лет. Также пробанд с множественными первичными опухолями, две из которых относятся к спектру синдрома лимфоумения, первая опухоль, у которого диагностирована была раньше 46 лет, и пациент с адренокортикальной карциномой, хореоидкарциномой любого возраста, независимо от семейного анамнеза. Лимфоумение, синдром лимфоумения является моделью для изучения ТП53-ассоциированного рака. Белок P53, его еще называют стражем генома, он выполняет огромное количество функций, может выступать в роли транскрипционного фактора, фермента и, собственно, гена опухолевой супрессии. В основном мутации в нем это по типу gain of function, это миссенс-мутации, которые сосредоточены преимущественно в ДНК, связывающем домене. Это синдром с высокой пенетрантностью, риск развития рака у носителей к 40 годам составляет более 50%, и к 70 годам он уже составляет 80%. Надо сказать, что общая пенетрантность в детском возрасте у мужчин выше, чем у женщин. Это, в общем-то, связано в первую очередь с большой широкой распространенностью опухолей головного мозга и сарком. А вот в 30 лет все меняется, а пенетрантность становится выше у женщин, и это связано с возникновением рака молочных желез. У этих пациентов существует высокий риск развития вторичных опухолей в течение жизни, он составляет более 50%, а также надо принимать во внимание высокий риск развития вторичных опухолей, связанные с проводимой терапией, в том числе радиоиндуцированных опухолей. Существует два возрастных пика. Это возраст, в котором, в общем-то, возникают опухоли в основном. С 20 до 40 лет один из этих пиков, и здесь вклад вносит, опять же, опухоли молочной железы. Если мы говорим про детский возраст, то здесь на первое место выходят рабдомиосаркомы. Также у детей распространены остеосаркомы, у молодых взрослых и подростков липосаркомы и леомиосаркомы. Что касается распространенности герминальных и соматических мутаций, если мы говорим о различных типах опухолей. Здесь хочу отметить, что для сарком мягких тканей как раз типичными являются герминальные мутации, а вот соматические встречаются в около 1% случаев. И если при секвенировании тканей опухоли у пациента с саркомой мягких тканей выявляется какой-либо вариант в гене ТП53, крайне желательно проверить его герминальный статус, то есть провести секвенирование герминального материала. Существуют
протоколы скрининговые, которые позволяют улучшить показатели выживаемости для пациентов с этим агрессивным синдромом. В частности, высокую эффективность показал протокол Торонто. В нем для сарком мягких тканей и костей предложено проведение ежегодного МРТ всего тела в быстром режиме. Первые результаты по соблюдению этого протокола были опубликованы в 2011 году, и выглядели они, конечно, впечатляюще. В 2016 году были опубликованы результаты уже на большей выборке пациентов с большим периодом наблюдения, и несмотря на то, что они не были такими впечатляющими, как в первом случае, тем не менее нет никакого сомнения о том, что использование скрининговых протоколов позволяет значительно улучшить показатели выживаемости у пациентов с этим агрессивным синдромом. Велось много споров по поводу как раз использования МРТ всего тела, и связано это было в том числе с использованием у него у маленьких детей, у которых была нужда в использовании седации, в использовании наркоза. Но к настоящему моменту все споры закончены, и как канадские исследователи, так и исследователи, входящие в американскую рабочую группу, согласны с тем, что это необходимая опция скрининга. В частности, на большой международной когорте из 50-78 пациентов с синдромом Лифа-Умени, куда вошли 134 ребенка, у 29% детей были найдены подозрительные образования как раз с использованием этого метода скрининга, и 1/3 из них оказались первичными формами злокачественных новообразований. С появлением все большего количества данных секвенирования, широких популяционных выборок, также меняются наши понятия, представления и о синдроме Лифа-Умени. В частности, предлагается использовать другое название, отойти от исторического названия. И сейчас уже группа пациентов, у которых находятся герминальные мутации в гене ТП53, связываются с наследственным синдромом ТП53 зависимых опухолей. И здесь мы еще раз возвращаемся к семейному анамнезу, на котором, в общем-то, в том числе строятся и критерии Шампре. Так вот, тут он тоже отходит на второй план. В критерии Шампре говорится о том, что пациенты с адренокортикальной карциномой, хориоидкарциномой должны в обязательном порядке проходить тестирование на наличие у них синдрома Лифа-Умени. В эту группу заболеваний также могут быть добавлены пациенты с анапластической эмбриональной рабдомиосаркомой, а также женщины младше 31 года с раком молочной железы, независимо от семейной истории онкологических заболеваний. Также дети и подростки с гиподиплоидным острым лимфобластным лейкозом, остеосаркомами челюсти и пациенты с медулобластомой подгруппой SHH старше 3 лет. Вызывать подозрения должны пациенты, у которых развивается вторичная опухоль в области лучевой терапии, которая входит в спектр опухолей Лифа-Умени, которая возникла до 46 лет. Если мы говорим про пенетрантность, то здесь тоже данные у нас меняются. И, в общем-то, всегда считалось, что это высокопенетрантный синдром. Но это утверждение было основано на анализе пациентов именно с семейным анамнезом, который говорил о практически 100% пенетрантности после 70 лет. Опубликованные исследования, в которые говорят нам о том, что популяционная частота встречаемости патогенных, вероятно, патогенных вариантов гена ТП53 может составлять 1 на 4,5 тысячи. Это очень много для такого, как ранее считалось, редкого синдрома.
Также варьируется пенетрантность в зависимости от горячей точки, в зависимости от мутации. Так, к 30 годам самая высокая пенетрантность у варианта замена аргинина в позиции 248 на триптофан. А вот пациенты с рабдомиосаркомами в 20% случаев находят герминальный вариант замены аргинина в позиции 273 на цистеин. Немного наших данных. У нас была секвенирована выборка из 32 пациентов с эмбриональными рабдомиосаркомами, и в 13% случаев были найдены патогенные герминальные генетические варианты, связанные с синдромом лифроумения. Один пациент 11 лет развил синхронные опухоли, эмбриональную рабдомиосаркому и остеосаркому, и три остальных пациента были в возрасте младше 3 лет. Следующий синдром – нейрофиброматоз первого типа. Это аутосомно-доминантный синдром с вариабельной экспрессивностью, пенетрантностью, самый частый наследственный синдром. Существуют клинические критерии, которые позволяют его заподозрить, и они были обновлены не так давно. В эти критерии был включен патогенный генетический вариант в гене NF1, который, в общем-то, повышает значимость генетической диагностики у пациентов с этим синдромом. Мутации в гене NF1 приводят к развитию этого синдрома. Ген кодирует белок нейрофибромин, который является негативным регулятором сигнального пути RAS-RAF-MEK. И в основном мутации, которые находят в этом гене пути по loss of function, это нонсенсы, фреймшифты, мутации, которые затрагивают сайт-сплайсинга. Также стоит обратить внимание на довольно большую группу миссенс-мутаций, которые также могут приводить к развитию этого заболевания. При проведении функционального анализа часто оказывается, что они влияют на сплайсинг в этом гене. Если мы говорим про нейрофиброматоз первого типа и связи его с саркомами мягких тканей, то здесь мы должны касаться вопроса развития злокачественной опухоли оболочек периферических нервов. Риск развития их у пациентов с нейрофиброматозом составляет от 8 до 13%. Несмотря на то, что четкой связи генотип-фенотип не прослеживается, тем не менее частота развития МПНСТ у пациентов с микроделециями, в частности с коделецией гена SUS12, она повышена от 16 до 25% случаев. Могут у пациентов с микроделециями развиваться МПНСТ. Это чаще всего, то есть от 5 до 80% считается, что МПНСТ произошли из переродившихся плексиформных нейрофибром. Течение заболевания у пациентов с нейрофиброматозом более агрессивное, чем в группе пациентов без нейрофиброматоза. Надо сказать, что злокачественная опухоль из оболочек периферических нервов – это основная причина смерти пациентов с нейрофиброматозом младше 40 лет. Также, в общем-то, не очень понятно, как эффективно лечить эти опухоли. Нет доказанной эффективности, нет доказанного преимущества в использовании лучевой терапии на выживаемость этих пациентов. Использование химиотерапии часто приводит к развитию токсических эффектов. И, в общем-то, лучевая терапия также повышает риск малигнизации соседних доброкачественных опухолей. По поводу других сарком мягких тканей, у пациентов с нейрофиброматозом около 6% случаев могут развиваться эмбриональные рабдомиосаркомы, в основном мочеполовой системы, у пациентов младше 3 лет. И в 7% случаев может развиваться гастроинтестинальная стромальная опухоль. Интересно, что ГИСы, которые развиваются у пациентов с нейрофиброматозом, часто не имеют соматических мутаций в генах CKIT и PDGFRA, что, в общем-то, делает их нечувствительными к использованию мультикиназных ингибиторов, тирозинкиназных ингибиторов. Но в целом показатели выживаемости у пациентов с нейрофиброматозом и ГИСО, они лучше.
Протокол наблюдения. В первую очередь для пациентов с нейрофиброматозом очень важно вовремя выявить злокачественную опухоль оболочек периферических нервов и ее эффективное, полное, тотальное удаление – это залог хорошей выживаемости для этих пациентов. Стоит обращать внимание на быстрорастущую некожную нейрофиброму, периферическую нейропатию с потерей чувствительности или двигательных функций, а также нарастание болевых ощущений, особенно ночью. Тем не менее, не рекомендуется назначать МРТ рутинно, за исключением тех случаев, когда есть какая-то симптоматика клиническая или когда опухоль уже диагностирована. Мы встретились с 5 такими пациентами в нашей лаборатории. У 3 были найдены герминальные варианты гена NF1. 2 девочки погибли от прогрессии, 1 признана инкурабельной. Это тяжелое осложнение нейрофиброматоза и, в общем-то, в том числе использование таргетной терапии у пациентов с неоперабельными плексиформными нейрофибромами, надеемся, в общем-то, поможет снизить риск их малигнизации и, в общем-то, скажется лучше на показателях выживаемости этих пациентов. Дайсер-синдром. Это аутосомный доминантный синдром с неполной пенетрантностью и плеотропной предрасположенностью к развитию опухоли. В связи с неполной пенетрантностью он был открыт не так давно, но спектр опухолей он расширяется, которые могут быть ассоциированы с этим синдромом, он расширяется по сей день. Риск появления новообразований в возрасте до 10 лет составляет чуть больше 5%, до 60 лет уже более 30%. Плевропульмональная бластома, кистозная нефрома и пинеобластома могут свидетельствовать о... Это могут сигнализировать о этом синдроме. В общем-то, так же, как и некоторые опухоли женской половой системы, это опухоли яичников из клеток Сертоли-Лейдига и эмбриональная рабдомиосаркома шейки матки, особенно если они развиваются в детском и подростковом возрасте. Обращает на себя внимание тот факт, что анапластическая саркома почки может возникать из уже существующих кистозных нефром в рамках синдрома Дайсера-1. Ген Дайсер играет одну из ключевых ролей в процессах РНК-интерференции, то есть ингибирование экспрессии генов на различных стадиях, и он участвует в созревании микро-РНК. Если мы говорим про герминальные мутации, надо сказать, что этот синдром он соответствует классической теории онкогенеза Кнадсена, то это в основном мутации по типу loss of function, которые могут располагаться на протяжении всего гена, также встречаются делеции небольшие или отдельных экзонов, и более редкий вариант – это делеция всего гена Дайсер-1. В качестве второго, в основном эти генетические варианты унаследованы, в 10-20% случаев могут возникать де ново. В качестве второго удара находят соматические миссенс-варианты в 5 горячих точках, которые располагаются в домене РНАЗа 3Б. И, в общем-то, эти варианты препятствуют правильному отщеплению зрелой 5П цепочки от микро-РНК. В итоге возникает дисбаланс в составе зрелых 5П и 3П цепей микро-РНК. И есть такое редкое состояние, связанное с мозаичностью как раз по горячей точке. Это Глоу-синдром, который имеет определенные фенотипические проявления опухоли. При этом синдроме чаще возникают мультифокально, в более раннем возрасте могут наблюдаться гиперплазия, а также задержка развития
у этих пациентов. И функциональные исследования связывают мутации, мозаичные мутации в горячей точке с дисрегуляцией определенных микро-РНК, которые в итоге ведут к активации сигнального пути пи-3-киназы АКТ-МТОР. И именно этим также может объясняться некоторая схожесть клинических проявлений Глоу-синдрома с синдромами протея и синдромами КРОС. Диссоциированные саркомы, их выделяют в настоящий момент в отдельную группу, так как независимо от места происхождения они все демонстрируют характерные гистологические особенности и морфологическую схожесть с плевропульмональными пластомами. Это довольно большая группа сарком, куда входят саркомы женской мочеполовой системы в том числе. Практически все гинекологические эмбриональные рабдомиосаркомы имеют те или иные генетические аберрации в гене Дайсер. Это, в общем-то, может помочь в том числе и с дифференциальной диагностикой, например, с аденосаркомой у пациентов старшего возраста. Аденосаркома иногда имеет рабдомиобластную дифференцировку и саркоматозный избыточный рост, что позволяет ее путать с эмбриональной рабдомиосаркомой. Но всего лишь 20% аденосаркомы имеют соматические мутации в гене Дайсер. И, в общем-то, если Дайсер не находится, то, в общем-то, можно говорить о том, что это с большей вероятностью аденосаркома, а не эмбриональная рабдомиосаркома. Большинство случаев Дайсер-1-ассоциированных сарком при постановке диагноза ограничиваются шейкой матки и имеют хороший прогноз. Вагинальные эмбриональные рабдомиосаркомы, они обнаруживаются в основном у очень маленьких детей и гистологически относятся к ботридиоидному варианту. Саркомы шейки матки и матки чаще диагностируются у девочек более старшего возраста. Если мы говорим про гистологические особенности, то эти саркомы отличаются наличием очагов дисплазии, областей с рабдомиобластной дифференцировкой, элементами хрящевой дифференцировки и костной дифференцировки, которая, кстати, не была описана у плевропульмональных бластом. Мы встретились с одним таким редким пациентом, в настоящий момент около 87 случаев Дайсер-ассоциированных сарком у детей описано. Это девочка 13 лет с эмбриональной рабдомиосаркомой шейки матки. При секвенировании у нее была найдена соматическая мутация в хотспоте и герминальный loss of function вариант в 23-м экзоне. Надо сказать, что в общем-то при диагностике этих опухолей очень важно сотрудничество генетиков и патологов, которое, в общем-то, позволяет эти редкие случаи выявлять и исследовать. В конце своего доклада немного коснусь о синдроме Беквита-Видемана, который отличается определенным фенотипом, куда входят амфалоцелия, макрогласия, макросомия и ряд других фенотипических проявлений, в рамках которого могут развиваться в том числе рабдомиосаркомы. Молекулярный механизм развития этого синдрома связан с явлением геномного импринтинга. Так, у пациентов с потерей метилирования второго центра импринтинга повышен риск развития рабдомиосарком. Но интересно другое. В рамках этого синдрома могут развиваться альвеолярные рабдомиосаркомы. И было описано несколько случаев, когда у нас синдром Беквита-Видемана была ассоциирована альвеолярная рабдомиосаркома, и не просто, а фьюжн-негативная. И
собственно говоря, когда встречается негатив, южно-негативная альвеолярная рабдомиосаркома, в общем-то, стоит задуматься о синдроме Бекетта-Видемана, фенотипические проявления которого не всегда очевидны, потому что при этом синдроме могут быть мозаичные формы заболевания со сглаженным фенотипом. Но здесь, то есть эта группа пациентов вызывает интерес, в том числе в связи с тем, что, возможно, это альвеолярные рабдомиосаркомы с наличием редких химерных транскриптов. Подводя итог, хочу сказать, что типа опухоли, ее локализация, семейный анамнез пациента и его фенотипические особенности, в общем-то, в ряде случаев могут подсказать клиницисту о том, что он встретился с пациентом с саркомой мягких тканей, и которая развилась у него в рамках какого-либо наследственного опухолевого синдрома. Что же это дает? Обсуждаются вопросы модификации терапии, в частности, рекомендуется избегать использования лучевой терапии, если это возможно у пациентов с синдромом лимфоумения, у пациентов с нейрофиброматозом, синдромом наследственной ретинобластомы. Возможно использование преимплантационной, пренатальной диагностики, вспомогательных репродуктивных технологий для этой семьи, а также использование протоколов наблюдения для носителей патогенного герминального генетического варианта также позволяет улучшить показатели выживаемости пациентов в связи с ранним выявлением асимптоматичных опухолей. Хочу поблагодарить родителей и пациентов нашего центра, лаборатории нашего центра, клинические отделения, а также благотворительный фонд «Наука детям», который поддерживает наши исследования. И благодарить всех вас за внимание.